Привет, мои дорогие друзья! Привет вам с Вьетнама, город Винь. Сегодня я пришла посмотреть вино, шампанское, так как скоро Новый год, Рождество. Рождество во Вьетнаме 24 декабря справляют. Мы будем справлять русский Новый год. И вот меня что здесь удивило, что есть русское шампанское. Смотрите, красное игристое, русское шампанское, белое игристое. И представляете, всего 153 тысячи донгов. И белое, и красное. Почему очень дешевое это вино, интересно? Вот что мне интересно. Я давно на него смотрю, так как захожу в магазин в этот. Это сети Мечо, называется Мечо магазин. Белое игристое. Ой, свет что-то выключился. Так, 153 донга. Что-то тут со светом не в порядке. Так, давайте посмотрим. Белое игристое. Почитаем, что тут. 150 миллилитров. Так, белое игристое. Плохое видео. Так. А, изготовлено в Венгрии. Написано, изготовлено в Венгрии. А тут, так, тут мелко, Венгрия, тоже Венгрия. Не знаю, какое у нас производство, у нас ведь, наверное, русское производство, здесь написано Венгрия. Штрих-код 59. Так, я все-таки возьму эту бутылку и попробую. Что это за шампанское? Потом вам буду снимать видео. Попробуем вместе. И узнаю все-таки, что это такое. А вот местное производство. Это уже Далат. 138. Шампанское, наверное. Или вино. Вот. Вот это Далат, это уже Вьетнам. Так, Вьетнам, да? И штрих-код Вьетнама идет. Вот так. Так что посмотрим еще водка. Есть ли водка или коньяк с русским названием. Водка Абсолют, водка Абсолют. Это что это такое? 358. Вот видите, вид водка Абсолют. Перевод тут на вьетнамском. Водка Ханой. Ну это понятно, что Ханой. Так. Коньяк. Это все коньяк. Коньяк Чивас. 1 649 000. Производство. Не знаю, какое производство. 500 штрих-код. Скотланд. Ну ладно, мы будем брать русское шампанское. Попробуем на Новый год. И узнаем, все-таки это русское шампанское производство Венгрии. Сколько стоит сейчас в России шампанское, кто знает, скажите, потому что 10 лет меня уже нету в России. Ну, я приезжала, но шампанское не пила. Так все, живу во Вьетнаме. Все, всем пока-пока. Сколько стоит, узнаете, напишите мне, сколько стоит шампанское и чье производство все-таки. В России продают. Это здесь Венгрия написано. Все, всем пока.